Упала трансляция почему-то. С интернет. Интернет пролагал, черт побери. Ну, довольно-таки напряженная у нас интересная игра. Мы видим, очень много таких баталий происходит. Так, тут на ускорении. На хосте ДК бегает, здесь заюзан на смог. Но смог почему-то только на визажа. Что у нас, где еще? Декстер связывает его, но не видит этого команда противника, поэтому он здесь спокойненько уходит. Ну, понимает Декстер, что ему нужен урон, и начинает собирать криты, но мне кажется, вот сейчас этот вивер просто соберет бабочку и вообще будет себя очень хорошо чувствовать. Так. У меня дефать этот тауэр, я не знаю. В такой битве 5 на 5, когда есть такой ДК, есть такой вивер. Очень сложно, здесь еще Рубик заходит, вардит. Есть вард, Мазик. Мазик стреет, очень больно. Момент его сносят, тут очень неточный хукшот, но вивер встает, но у него егиста. Вот сейчас очень своевременный таймлэпс, надо отходить команде вер, если они не хотят потерять все, что у них так есть, так. Ну, Декстер опять стоит, дерется до последнего, добивает, сбивает Аегис, ДК. Так, себе пробивает, Декстеру надо отходить. Декстер умрет. Нет, не умрет. Возвращается тут. Вивер нарезает очень больно Серегу, а Чубака тем временем очень больно нарезает всю команду Круэл. Ну, 2-2 размен. Так, Чубака, ты паут. И не отдефали этот тавр. Ну, сбили Аегис Виверу, то есть так, 3-2. Декстер так у нас какой-то герой такой, стоит и дерется до последнего. Ну, в данной ситуации, кстати, это сработало. Его прикрыли и, собственно, поубивали. Ну, идет фармить вниз. Ну, вивер, вот, талисманов эвэйжен бы сейчас сюда бы так нашел хорошо. Собственно, бабочка лучше, но... Так, что летит? Ну, собственно, да. Талисманов эвэйжен. Рубик с гемом. Не выложил он на базе, как я думал. Но вся надежда на Чубаку, который просто имеет прекрасную сборку сейчас. Ну, пока ставятся варды. Тут один вард на другом. Декстер пытается дофармить себе Дедаус, я так понимаю. Я не уверен, что он его спасет. Ему МКБ надо, у Вивера уже-то бабочка есть. Вивер вот, реально меня пугает. И что с ним делать, абсолютно непонятно. Он имеет больше 300 урона с руки. Но убивает Куру. Декстер убил Куру. Но Кура успела принести бабочку, поэтому... Вот абсолютно бесполезный выглядит догон первого уровня, который был собран минут 15 назад, по-моему, и с него так ничего и не было собрано дальше. Убивать быстро Вивера уже не получится. Надо было либо уходить в физическую дамагу, либо в магическую, но что-то ни с тем не заладилось, по-моему. Вивер довольно-таки себя неплохо чувствует и переживает... все атаки. Но мы видели, что Аегиса мы в прошлом замесе все-таки сбили. Ну и ДК тем временем у нас начинает собирать хоть что-нибудь. Купил себе талисманов Evasion. Это будет алибарда у нас. Так, ну... Я не уверен, что даже 6-слотовый Декстер затащит этого вивера. Он далеко не 6-слотовый и неизвестно, когда таким станет. Там тут тимфарм начинается. Команда VR. Вообще, на самом деле, Эзерио Блейда насобирать всей команде. Нормально будет себя чувствовать. Ну, я не имею в виду вот этого товарища, который просто с руки тут наносит огромный урон. Ну, по графикам мы видим, что
опыт ползет все выше и выше с каждой минутой, а по голде уже и проигрывает команда VR. Так. Пак отблинкивается. Догон первого уровня все продолжает меня радовать. Кстати, Виндрейн же уже давно с этим Гоусептором ходит. Да, я сказал Эзериал. А, Гоусептор имел в виду. Так, находит тут вард Рубик, сейчас разобьет его. Нет, отходит. Или, да. Мечется, мечется, не понимает, что делать. Я хочу убить вард. Я не хочу, чтобы убили меня. Так, ставит свой вард. Ну. Да вот же у него вижен. Очень странно. Так, рисуются у нас какие-то планы. Рубик, собственно, их и нарисовал. Так, ну что сюда еще-то мы видим? Тараску какую-то или БКБ? Или МКБ? Так, ну увидели. И просто идет такое откликивание сумасшедшее. Так, юзается смог. Нету тут вижена, как они увидели смог-то. Так, ну и что? Декстер не съел моба, купил себе МКБ все-таки. Нормально. Правильное решение, когда он увидел бабочку, конечно же. Так, ну Вивер сейчас тянет. Нет? Пропал смог, и не в ту сторону пошла команда Вер. Очень жаль. Но здесь есть у нас ДК. У ДК есть телепорт. Есть практически собранная алибард. ДК уйдет отсюда. Серега попал в Декстера. Боже, Декстер неудачник просто у нас этой игры. Серега тут психанул, наставил когов, начинает их разбивать. Там я представляю сейчас просто эти крики, наверное, которые были. Потому что поставить коги и начать их бить, это уже было такое. Так, ну... Серега пустил ракетку и прилетел сюда сам дефать. Так прикольно это выглядит на самом деле. Ну и все печальнее и печальнее с каждой минутой для команды версии становится. Только сейчас какая-то прекрасная командная работа может их спасти. Но это будет Кераса у Вивера. Не забываем, конечно, мы о козе, которая что-то купила себе уже. Что? Нет? Или да, что вообще происходит? Вообще не перестает маяковаться у нас вся карта. Так, Кло где-то залетел в кого? В иллюзии Вивера. А, настоящего Вивера здесь не было. Настоящий Вивер вот только здесь. 25 уровень он уже имеет. Декстер. 21 Чубака. 21. Очень жаль. Алибарда появляется у ДК. Сейчас я думаю, что команда Крую у нас пойдет в атаку. Чубака принес себе бабочку. Ну, не знаю. Ну, в принципе, Вивер не имеет у нас МКБ. И у него вряд ли оно появится. Так, руна дабл дэмэджа. Тут маякует Рубик. Фамильяр смотрит на Рошана. Но Рошан еще, по-моему, не скоро будет. Так, Вивер подбирает дабл дэмэдж. Сейчас будет ужасно просто, я смотрю на этот урон. Так. Нарисовали план такой. Побежим в обход, вот так вот. Ну забирай ее, давай. А, Мазик купил себе Гоусептор, о чем я и говорил. Палец за фамильяр. Ну, кстати, Рошан дотикивает. Я думаю, здесь сейчас все и решится у нас. Кто победит, Вивер или Вивер? Жесть. Это кликанье постоянно уже начинает слегка поднапрягать. Что здесь? Я не знаю куда. Кликает Рубик. Ну Рубик, видимо, капитан, учитывая, как часто он кликает. Нет. А хотя... Вард не видит вард, а этот вард видит вард. Ну что такое вот козе надо, чтобы убить Вивера?
Так, ну это фамильяр продолжает просто летать на Рошане. Чё бы его не убить, я не могу понять. Чубака подбежал, он убил уже их, наверное, штук 20 за игру. Ага, появляется у нас Рошан. Сразу же станет его фамильярчик. Декстер, 2600 в кармане, держит байбек. Ого. Виндрейнджер покупает хек себе, а Руби покупает некрономикон. Не совсем понять мне этот некрономикон на 47-й минуте. Но он явно что-то знает. Он так агрессивно кликает до сих пор, хотя сейчас кликает уже не он. Так. Под смоком команда Круэл заходит. Знает, они где находится команда Верт, кликали туда. Надо кому-то выйти. Нич, так, палец здесь, ДК. Что это был за блинк? Но тем не менее, стрелет у нас очень сильно. Кристал Мэйда сразу раскастовывается. Боже, в секунду ДК снесли. Серега врубает возвраточку, убивает Вивера просто в хлам, но он встает. Давай, подожди, нет, а что, он успел таймлэпс уйти. Вивер с Декстером воюет тут, но есть еще Чубака, Чубаку связали, Чубака все-таки добивает этого Вивера. Виндранджер повершот пытается дать, Серега байбек. Виндранджер дерется под Виндраном, но ее не отпустят, или отпустят. Ну пак, одну тычечку. Здесь еще у нас погоня, Декстер, надо ускорять. Ого-го, какой у нас хукшот прекрасный от Сереги. Как Виндрейнджер выжила? А, тэп-аут, господи, ну тут очень жаль, я не пропустил этот момент, конечно. Да? Ага, подскажешь, что Вивер выкупился и сделал таймлэпс. Ну ладно, ну да, но тем не менее, это сейчас будет минус Рошан. Как же быстро сейчас умер ДК, я вообще не понял этого прикола, как он зашел. Он прожал БКБ. ДК, прожавший БКБ, умирает в секунду просто. И очень хорошо разультилась Crystal Maiden, там много урона нанесла. Серега с возвраткой тоже впитал огромное количество урона. Так, ну тут... Забирается Рошан с сыром. Чубака заберет сыр, наверное, нет. Кто забрал сыр? Серега забрал сыр. Надо отдать его. Вот этому товарищу Декстеру, который уходит от Рубика. Очень жаль. Декстер отъехал. Я не понимаю этих мувов его. Зачем он сюда вообще заходил? Когда команда била Рошана и зачем он там отдавался? Ну можно сейчас заходить и наказывать. Декстер в принципе не нужен сейчас. Клокверк. Вестик стаф имеет. Сейчас будет Хекс. Ну не сейчас. А, нет, это будет у нас Шива. Что-то я не заметил. Плейтмейс. Плейтмейл сразу. Игра у нас затягивается, уже идет 49-я минута сейчас. Ну и по-моему команда Cruel сейчас хочет тупую зайти и поломать. Ну как-то она себя очень агрессивно ведет. Вивера здесь нету, Вивера на базе. Их тут сейчас могут всех поубивать просто в тупую. Конечно нет клинкса. Но надо драться. Где Чубака? Так, залетает Серега. Сразу же юзается Шива. Очень удачно. Разультился здесь Мазик. Боже, какой урон Мазик нанес сейчас своим Новым годом. Ну и не отпустят никого здесь просто. ДК там просто. Чубака. Где был Чубака? Вот я не совсем понял во время замеса. Так, Мазик воюет с Crystal Maiden. Вью разворачивается и уходит. Непонятки. Ха-ха, фамильяр. Один хп оставил ему сейчас. Чубака. Ну, иллюзия Вивера пытается добить тавр. И все-таки добивает. Фамильярчик этот с одним хп такой. Горец последний выживший. Подробный просмотр. Серега с батарейкой куда-то заходит. В этом замесе, по-моему, не заюзали ни сыр, ничего, или заюзали. Ну, сыр, по-моему, дали Декстеру, нет? Нет. Да, сыр заюзал. Тут Серега в этом замесе. Декстер съедает моба и идут забирать тавр снизу.
ДК уже сейчас выйдет. Серега стоит так. Просветил, что здесь никого нету. Ой, а Рубик тут зря стоит. Декстер просто огромную скорость атаки имеет. Так, ну что-то отошла команда Вер. Мне кажется, это хитрый ход. Сейчас будет заюзан смог. Куда? Что? Ну, догон первого уровня. И это было настолько хитро, что его собрали, чтобы сбивать линку. Скорее всего, так и есть. Вивер собирает себе Кирасу. Но особо роли это уже играть сейчас не будет. Потому что он получает очень много дэмэджа. Просто first focus. Догон первого уровня. Смертелен оказался для этого Вивера. Ну, мне кажется, лучше бы он собрал Тараску. Так. Клокверк. Паузгейм. Что случилось? Нет, ну учитывая сколько... Так, следующие противники. А, пишет. Клокверк. Ладно, учитывая сколько мы ждали этого Вивера, ну, видимо, по его игре не зря мы его ждали. Пауза сейчас. Пишитесь. Ну да, эта линка должна продаваться и собираться реально БКБ. Да. Декстер. Так, ну пока общается с противниками, все-таки. Тёпостые графики. МВ это 15 тысяч в опыте ведет команда VR. 16 даже тысяч. Ну а по голде просто в ноль. Ну, очень долго у нас затягивается пауза. Я не знаю, ну уже вроде как отписались противниками, я так думаю. Но те, кто отошли дальше, по-моему, они отошли не только по малой нужде у нас, но еще и покурить, я не знаю. Пум-пум-пум. Да, действительно, было бы БКБ у этого Вивера, то уже пора, наверное, была закончена. И фейзы тоже довольно-таки спорный вопрос. Как и некрономикон на Рубике сейчас. Ну, все вернулись, слава богу.
Ну и что? Будут сейчас, наверное, очередные у нас потуги команды Crew зайти, пропушить мид или пару последних замесов и чему-то научили. Но самая большая ой-ой-ой, МКБ покупает Чубака именно, и сейчас он будет просто уничтожать этого Вивера. И я не знаю, просто Чубаке тоже надо БКБ какой-то, его контролят, в принципе. Ну, заходит по топу сейчас, в то время как команда Cruel пытается у нас пушить мид, и у них это довольно-таки хорошо получается. И Вивер делает свои иллюзии манта и пойдет ломать бараки вместе с Виндрандером. Так, ну сломали здесь тавр, и на мид заходит ВРК с иллюзиями Вивера. Так, ну барак начинает проседать по чуть-чуть. Кстати, здесь было ТП, его кто-то отменил, непонятно зачем. Пойдет мид-то. Что делает команда VR? Падает мид сейчас у них. Серега просто в секунду его сносят. Он раскастовывается как угодно, но его добивают. Soul Sanction, нич точно так. Что сейчас произошло? И Чубака сам просто здесь уже ничего не... Хотя вы посмотрите, какой огромный урон наносит этот Чубака. Раскастовывается Мазик еще здесь. Вивер. Чуть-чуть хп, Чубака сражается здесь сам. Просто надо убить Вивера. Вивера убить. Кого ты бьешь? А, у него Егис. Но, тем не менее, тут у нас упал мид. Визаж выкупился, Чубаку пытается связать. Вивер здесь. Чубака ходит или будет сражаться? Ужасный замес команды VR сейчас. Зашли по одному, отдались. Вообще непонятно, что сейчас произошло. Им еще и мид сломали. Так, ну здесь Вивер купил себе Тревелай, портуется просто в мид доламывать барак. Где Чубака? Чубака уже на базе. Появляется у него пустой слот. Ну сейчас у нас будет эта битва. Вивер против Enchantress. Так, влетает сюда Серега сразу же. Возвратка. Вивер, таймлэпс, ушел. У нас носите эти иллюзии. Переманил иллюзию Чубака сейчас. Иллюзия Вивера нарезает уже самого Вивера. В порядке вещей такой у нас в доте, конечно. После этого замеса ничего особо не поменялось. По деньгам чуть выросло. Увер, но опять же, вот это фейл сильный. Здесь очень сильно не хватает вот этого барака. Непонятно, зачем его отдали. Хотели разменяться, но как-то не очень все получилось. И Чубака в ответку Виверу покупает тревела. Просто у нас реально начинается так по чуть-чуть война Enchantress против ПТ. У него есть ПТ и Тревела. Сейчас ПТ продаст, пойдет. И что? У него есть еще один слот. Интересно, Вивер догадается в этой игре купить БКБ себе? Так, ну тут тем временем Декстра Дайдалус появляется. 56-я минута. Но Вивера будут большие проблемы. Все-таки, несмотря ни на что, Бон Флетчер вместе с Чубакой вынесут огромное количество урона. Тут криты, мы видим, летят по 800. Ну, Вивер сколько будет у нас получать? 500, 400 точно будет. Так, ну Рубик тем временем дособирал у нас уже себе третий Некрономикон. Надеюсь, теперь это решит все проблемы команды Cruel. Так, ну тут опять у нас какая-то борьба за Рошана, которая еще не скоро появится. Вивер. Эйнштов здесь нету. Так, ну он ничья, видишь, сейчас нич умрет. А, блин, кался. Что дальше? Вот это реакция. Надо уходить. Ну как-то так, мог уже не уходить, как бы вся команда уже сюда пришла. Кстати, за этот слот кристалка себе БКБ решила собрать. Ага,
Чубака тоже решил себе БКБ собрать. Ну, правильно. Всем БКБ, пацаны. И догон первого уровня. У Декстера уже БКБ 4-секундная. Вот ДК как-то не очень внятно отыгрывает в этой игре у нас. Имеет 15 смертей. Так, юзается смог у нас на ХГ. Команда Вера идет в атаку. Там включить его надо. Так, ну план к обхвату такой вырисовывается просто. Куда психанул. Декстер, да? Кто у нас оранжевый? Не, оранжевый не Декстер, оранжевый ДК. Такое что-то вырисовал. Боже, Декстер 852 урона фамильяру. So much hate. Так, ну что-то где-то происходит. Так, влетел. Серега в ДК. Не самое лучшее решение. Зачем он там дерется сейчас с ним? Вивер наряжает Декстера. Декстер, что ты делаешь? Что вы делаете? Это какой-то бред просто. Где Чубака? И кого убили-то? Чубака умрет здесь. Он не убивает Вивера. У меня просто вызывает недоумение то, что сейчас произошло. Чубака... Нет, не Чубака, простите, Серега влетел у нас в ДК, погнался за ним. Декстер побежал пешочком неспешно тоже туда. И сейчас еще и минус Рошан. Чубака и остальные дрались вообще. С кем они здесь дрались? Кто выкупился? Это несчастный визаж? Так, Аегис, сыр, все. Так, ДК собирает, ну... Да. По опыту сразу все уползло в 6000, а по голде уже проигрыш. Команда VR, Круй выходит у нас вперед. Так, тут фул байбеки от команды VR, просто 1, 2, 3. Нет только Клокверка, это большая проблема, у Клокверка уже был байбек. Надо ее взять глиф. Вивер настреливает просто как пулемет. Тавр ложится просто в момент. Но Чубака не пробивает особо сильно ДК здесь. ДК врубает БКБ. Мазик раскастовывается, сносит его в секунду. Чубака получает хиксу. Нет у него БКБ. Ну и тут все, наверное. Минус сторона. Мид уже упал у нас. Здесь сбили только у нас Аегис, ДК. Я не могу понять, глиф-то не проюзан был. Почему? Так, Серега влетает, врубает возвраточку здесь. Чубаки дают уже хотя бы навязать, хоть как-то. Серегу сносят все-таки. Чубака просто в секунду вместе с Декстером разносят ДК. Убивается здесь Вивер, но там, конечно, будут полные байбеки. Сюда сразу портуется кто? Вивер? Да, Вивер уже у нас здесь. И сейчас пойдет в тупую убивать просто трон. Пак уничтожается в секунду Чубака. Если он умрет, то это точно все. Но Вивер в тупую бьет трон. Ему никто не может помешать. И Вендранер под Ведраном. Все, трон падает. Ну что, игра была довольно-таки классная. Спасибо за просмотр. Поздравляем команду Крой с победой. Огромнейший фейл команды VR на миде. Ужасный замес, который они провели. Все здесь решил. В принципе, вели всю игру, но... Вивер выиграл у VR. Ну, как-то так.